У городских водоемов начали дежурить спасатели. Правда, купаться они пока не рекомендуют. Официально ни один пляж не открыт, а эпидемиологи еще не подтвердили безопасность воды. Более того, к следующим выходным пляжи и вовсе могут закрыть из-за второй волны паводка. На Новосибирской ГЭС уже увеличили холостые сбросы в ожидании прихода большой воды. Сейчас готовятся к открытию только 4 пляжа, но из-за жаркой погоды для многих купальный сезон уже стартовал. Есть и первые жертвы. Выходные в котловане на юго-западном жилмассиве утонул молодой человек. Несмотря на запрет на купание, за безопасностью отдыхающих будут следить 176 спасателей и 86 единиц техники.